Другим темам в Алекминском районе ведут работы по стройке мегапроекта «Сила Сибири». За последние недели подготовили траншеи, произвели необходимые замеры и начали этап по укладке газопровода. Рассказывает Елена Фаст. Работы по укладке первого участка магистрального газопровода начались буквально недавно. В подготовленные траншеи уложены первые метры трубы. Общая протяженность первого участка – 1 километр 24 метра. Была принята нивелировка траншеи, и последующая работа по укладке сегодня началась. После укладки газопровода будут проведены работы по электрохимической защите газопровода. Далее балансировка газопровода и последующая обсыпка мягким привозным грунтом. Большое внимание уделено экологической безопасности магистрали. Перед укладкой каждая, без исключения труба, проходит специальный контроль. Следующая проверка уже после укладки. Случайности исключаются хотя бы потому, что каждая труба стоит на учете. Более того, имеет личный номер и паспорт. Каждая труба сертифицирована, имеет свой соответствующий номер. Заводоизготовителем проводится входной контроль и все испытания трубы перед поставкой ее на трассу. На этот день по укладке в работе 9 единиц крупной техники. Все процессы исполняются четко и отработано, что говорит о высоком уровне специалистов. Елена Фас, Сергей Лифу, НВК Саха, Алекминск.